целом этот концерт чем интересен, потому что он состоит из тех песен, которые вы выбрали, из тех песен, которые вы сами исполните, вы и выступающие, вы и зрители, поэтому хорошо проведите время. Короткое напутствие от ведущего, и конкурс караоке начинается. На сцене работники Балаковского филиала АО «Апатит», которые решили доказать, они не только химичить, но и петь умеют. 32 исполнителя. Такого в традиционном вокальном конкурсе еще не было. С каждым годом участников становится все больше, потому что в душе каждого живет песня. Она и бывает грустная, поплачешь, и веселая, посмеешься и повеселишься, и праздники. Песня – это праздник. Я работаю водителем, постоянно в кабине поешь песни, поэтому вот отсюда, наверное, и пришло. А так вообще с детства пою. То есть еще у бабушки на крылечке в частном доме выходил, это была моя сцена. У Евгения Пивоварова нет музыкального образования, но для исполнения он выбирает сложные песни. Говорит, что так больше шансов понравиться строгому жюри, который состоит из профессиональных музыкантов. Женя не всегда попадает в число победителей, но от этого интерес к конкурсу не теряет. Участвую с самого первого года, ни разу не пропустил. Даже я работаю по сменам. Даже если смена не совпадает, приходится либо меняться, либо брать административный, но участвую абсолютно всегда. Песни, которые выбирали участники, в большинстве своем были всеми любимые и лирические, под которые, как говорится, душа разворачивается. Ирина Аллегрова, «Алсу», «Гости из будущего», «Жуки». Без песен этих исполнителей нельзя представить караоке-конкурс. Но один участник удивил всех композицией своего собственного сочинения. Но пока в руке гитара и хотя бы две струны, на проспекте я играю, хоть пойми, хоть осуди. Валерия Гаджанян уже не первый раз представляет на заводском караоке-конкурсе свои песни. Говорит, что таким образом делится с коллегами самым дорогим. Подарил людям песню, потому что для автора, конечно, песня собственного сочинения – это самое дорогое, что есть. Принес. Мероприятие шикарное. Организатор, как всегда, на высоте. Ну и хотел соответствовать, потому что… Что дорого, то и принес подарок. Сами участники заверяют, суть конкурса не в том, чтобы идеально спеть выбранную композицию. Музыка и песня делают коллектив завода дружнее, как и все мероприятия, которые проводит профсоюзная организация «ФосАгро Балаково». Хочу сказать большое спасибо нашей профсоюзной организации, которая нас поддерживает всегда и во всем. Конкурсы караоке, спортивные мероприятия, поездки, развлечения детские, взрослые. И вот эти вот конкурсы дают раскрыться людям, показать свою душу, увлекают этой музыкой. То есть мы поработали, пошли, отдохнули. В этом году караоке-конкурс был посвящен 50-летию Балаковского филиала АО «Апатит». Потому участники готовились к нему особенно. Подобрали не только песню, но и костюм под придуманный образ. В результате получился яркий и незабываемый праздник, в котором каждый получил подарок от профсоюза и, главное, ни с чем не сравнимое удовольствие от пения и общения.